Всем добрый день, меня зовут Татьяна, и сегодня у нас урок «Релакс». А что это означает? Мы с вами проведем практику, которая поможет расслабить мышцы нашего тела. С помощью инвентаря, в частности, это будет мячик. А у меня это специальный массажный мяч для миофасциального релиза. Он имеет такую поверхность с выступами ребристую, которая поможет еще больше почувствовать эффект от массажа. Если у вас такого мячика нет, вы можете взять любой шарик, жесткий, который выдержит вес вашего тела. Это может быть теннисный мячик, плотный, из хорошего материала. Это может быть пластиковый мяч, это может быть набивной мяч. Диаметр примерно как у теннисного мяча. Чуть больше, чуть меньше значения иметь для нас не будет. Итак, заготовили себе мяч. Если мяча нет, вы можете воспользоваться каким-либо цилиндрическим предметом. Это может быть бодибар, это может быть гантелька, это может быть жесткая железная бутылка с водой, все что угодно. Положили рядом с собой и начнем наш урок с разминки. Становимся в вертикаль, ступы на ширине тазовых костей, пятки ставим под тазовые косточки. Чуть сгибаем коленные суставы и, как всегда, пробуем потянуться макушкой вверх. Чуть согнуты два колена. Подкрутите таз вперед. Напрягите мышцы пресса, подтянув пупок глубоко внутрь себя. И постарайтесь раскрыть грудь, собрав лопатки и отведя плечи назад. Руки свободны вдоль корпуса, выпрямлены локти, а макушка направлена высоко вверх. Сконцентрируйте свое внимание на мышцах, напряженных внутри вашего тела. Это пресс, ягодицы и бедра. Сейчас поработаем шеей. Добавьте разворот шеи вправо и влево. Подбородок скользит к плечу. Макушка вытянута в потолок. Вертикаль шеи не изменяет наклон. Далее, опустив подбородок к груди, работаем полукругом. От плеча к плечу, очерчивая подбородком легкую дугу, почувствуйте натяжение шеи сзади и по сторонам. А теперь попробуйте провернуть полный круг в одном направлении. Очерчивая круг шеи, обращайте внимание на точки вокруг нее. Меняйте направление круга в обратную сторону. Попробуйте обходить все болезненные участки, оставаясь в комфортном расположении. Чередуйте стороны каждый повтор. Не нужно сейчас усердствовать. Важно почувствовать лишь легкое натяжение, никаких резких болей. Последний раз. Вернитесь подбородком к центру груди, поднимите макушку вверх. Совершаем круговые движения лопатками и плечами. Выпрямите локти, расслабьте руки, дышите. Сейчас постарайтесь синхронизировать дыхание с движением. Еще 3, 2. Опустите плечи, соберите ладони в замок за ягодицами. Раскройте грудь и толкните грудную клетку до максимума вперед. В пояснице важно держать ровный стержень. Вдох. На выдохе уведите ладони перед собой. Объедините руки в замок и выверните замок лицевой частью ко мне. С выдохом потяните лопатки широко друг от друга. Чередуем на вдохе, замок позади, лопатки собраны, плечи раскрыты. С выдохом ладони перед вами, замок вывернут, круглая спина назад. Вдох и выдох. Старайтесь не задерживать дыхание. Если оно учащено, работаем следующим образом. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще выдох, вдох, выдох, вдох. Еще 2. На последний раз оставьте спину круглой, оттяните лопатки друг от друга и добавьте развороты верхом корпуса. Все, что выше талии в развороте. 4,
Три. То есть таз мы не двигаем. Работаем только округлыми лопатками в сторону. Вернитесь к центру, ладони внизу, расслабляем шею мягким наклоном вправо. Плечи оттянуты, опущены. Через центр мягкий наклон влево. И снова к центру, ладони в замок, подбородок на грудь. Перекаты вправо-влево, подбородком по грудной клетке. Три, два, один. К центру отпускаем захват, макушка вверх. Ладони ложатся на бедра, поработаем поясницей. Уходим в прогиб вниз с выдохом. На вдохе грудь открыта. На следующем выдохе округляемся и отталкиваемся ладонями от бедра, вырастая полностью. Продолжаем выдох, вдох, выдох, вдох. Колени сгибаем и разгибаем попеременно. Еще три. Как будто бы скользим грудной клеткой вдоль невидимой стены перед вами. Таз не смещая назад, оставляем себя в том же положении задней поверхности тела. Последний раз остаемся внизу и работаем лишь поясницей. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Еще три. Два. Последний раз оставьте спину круглой. Возьмите замок под правым коленом и потянитесь круглой спиной вверх. Вес тела остается посередине между стоп. Попробуйте почувствовать большее натяжение в левой лопатке и в левом боку спины. Не поднимая головы, чуть больше согнув колени, отпустите захват и поменяйте сторону. Замок под левым бедром. Круглой спиной тянемся вверх. Натяжение в правом боку спины. Отпустите захват и круглой спины дотянитесь до пола ладонями. Выдох, начиная с копчика круглой спины, вырастаем вверх, ладони вверх, вдох. Прогнулись в грудном отделе. Далее опустили ладони, подбородок, груди, круглой спины, начиная с макушки, стекаем к полу. Продолжаем работу. Подъем, выдох. На вдохе раскрываемся. С выдохом ладони вниз. Вдох. На выдохе круглая спина в пол. Вдох. Выполните еще два. Позвонок за позвонком вырастаем. И позвонок за позвонком опускаемся. В следующий раз при подъеме вверх оторвите пятки от пола и поднимитесь на полупальцы. Подключите напряжение икр, включите голеностоп. Опустившись к низу на пятки, снова добавьте скручивание к полу. Еще два. Колени чуть согнуты всегда, работаем мягкими суставами. При этом напрягаем мышцы и пробуем разогреть их. В следующий раз остаемся наверху, вытягиваемся и держим баланс несколько дыхательных циклов. Колени чуть согнуты, пятки оторваны от пола, плечи опущены от ушей к низу. Держим ровный стержень. Четыре, три, два. Опускаемся на пятки, ладони к тазу, раскрыли грудь. Оторвите от пола правую пятку и сделайте несколько круговых движений правой стопой. Поменяйте направление круга. Меняем ногу также. Круги в одном направлении. И в противоположном. Вернитесь к центру. Найдите ногами оборудование. Это мяч, либо какой-то цилиндричный
цилиндрический предмет. Это может быть бодибар, гантель, жесткая железная бутылка, либо что-то на это похожее. Итак, если у вас мячик, попрошу расположить его на нескользящей поверхности. То есть, вот у меня есть ламинат, на котором мяч будет проскальзывать. И у меня есть ковер, на котором мяч удерживается там, где я его поставила. Попрошу вот именно на нескользящую поверхность закатить ваш мяч либо бодибар. Подойдет коврик, если коврика нет, плед, домашний ковер. Встану к вам боком. Вес тела переносим на правую стопу. Чуть сгибаем правое колено и ставим левую стопу на мяч либо ролл. Прокатываем мячик от пятки к носку мягко, не надавливая, привыкая к ощущениям. Далее добавляем круговые движения в одну сторону и в другую. Поставьте центр стопы на мяч сверху. Между пяткой и носком нашли центр и сильно надавили им на мячик. Колени чуть согнуты. Мяч под стопой прожимается до болезненности. Не переживайте, так нужно. Нужно немного потерпеть. Мяч сдвигаем к пятке, также сильно надавливаем. И, внимание, натягивая носок на себя, выпрямляем колено, оставляя нажим на мяч сверху. Сейчас также сильно надавливая, прокатывая мяч снова к центру стопы, от нее уходим к носку, от центральной точки к косточкам под пальцами, не под сами пальцы, а под подошву, самый край. Продолжайте с нажимом через центр к пятке, с нажимом от пятки через центр к подошве носка. Еще. Почему говорю подошва носка? Это не пальцы, это самая крайняя часть вашей стопы, не доходя до пальцев. Еще. Попробуйте сместить мячик к краям. Поработайте кругами по внешнему краю от пятки к мизинцу и по внутреннему от большого пальца к пятке. Нажим сохраняется. Поменяйте направление круга. Почувствуйте все нервные окончания. Далее будьте внимательны. Мяч оказался под носком у подошвы, не под пальцами, опять же. Пятка оказалась на полу. Мы прокатываем мяч от косточки под большим пальцем до косточки под мизинцем. Право-лево. Остановите мяч по центру. Чуть согнув оба колена, сделайте полшага правой стопой вперед. И не отрывая от пола левой пятки, наклонитесь. Почувствуйте натяжение по икроножным мышцам. 3, 2. Выросли. Хорошо. Здесь загибаем пальцы левой стопы внутрь. Колено левой ноги согнуто. Подаем колено шире вперед и добавляем мягкий разворот колена изнутри к наружу, снаружи внутрь. Чувствуем натяжение у подъема стопы. 3, 2. К центру встряхнули ноги. Поменяем сторону. Вес тела на левой стопе, мяч нашли правой. Прокатываем его вперед-назад от носка к пятке. Мягко, без сильного нажима. Далее добавляем легкие круговые движения в одну сторону и в противоположную. Приостановив движение, поставьте центр стопы на мяч сверху, между пяткой и носком, сильно надавив сверху. Прокатываем мяч к пятке, нажим сохраняется. Носок вверх, колено прямое, нажим сохраняется. Чуть согнув колено, возвращаем мяч к центру стопы и с нажимом прокатываем к носку. Нажим сохраняется. Продолжаем от носка к пятке, от пятки к носку. Сегодня наша практика не займет много времени. 30-35 минут на все тело. Мяч – многофункциональный предмет.
Но для нашего расслабления будет достаточно полчасика. Уделите себе это время, пожалуйста, сегодня вечером. Если вы находитесь на работе, можете прямо сейчас со мной, если вы сейчас не заняты. Будьте внимательны, прокатывая мяч по внешней и внутренней стороне стопы, также с нажимом от мизинца к пятке, от пятки к большому пальцу. Нажим сильный, сохранили. Поменяйте направление круга. Здесь будьте внимательны. Приостановив движение, мячик оставляем под носком. Пятку оставляем на полу и прокатываем мяч вправо-влево. От косточки под большим пальцем до косточки под мизинцем. Вернувшись к центру, чуть согнув оба колена, подшагиваем левой стопой вперед. Пятку правой ноги оставляем на полу и ощущаем натяжение в икроножных мышцах. Весь корпус подали вперед. Дышим. 3, 2. Снова отшагиваем назад. В этой позиции снимаем ногу с мяча, заворачиваем пальцы правой стопы внутрь и подаем вперед правое колено. Добавляем мягкие покачивания вправо и влево коленным суставом, ощущая натяжение у подъема стопы. 3, 2. Вернитесь к центру. Мячик смещаем к переднему краю коврика, либо свободного пространства, где вы сейчас работаете. Стопы ставим на ширину таза и, чуть согнув оба колена, круглой спиной опускаемся к полу. Ладони под плечами, чуть согнуты колени, с выдохом шагнули правой и левой стопой назад. Согнули ноги в коленях, вытянули носки вдоль коврика и ушли круглой спиной за ягодицами к пяткам. Потянули спину, расслабили шею. Вырастаем на 4 точки, ладошки под плечами, лопатки собраны. Вес тела смещаем на левую ладонь и находим правой рукой мяч сверху. Попробуйте прокатить мяч под ладошкой круговыми движениями. Внимание! Мяч прокатывается по всей поверхности ладони, от подушечки у большого пальца, через подушечки указательного, среднего, безымянного и мизинца. И так по кругу. Работаем. 4, 3, 2. Меняем направление круга. Наши ладони, так же, как и стопы, имеют множество нервных окончаний. Есть такая теория, и я склонна ей придерживаться, что все болезни происходят от зажима наших нервов, от неправильного прохождения и импульсов через них. Ну и от психосоматики, естественно, это тоже связано с нервной системой. Приостановите движение, разверните ладонь тыльной стороной к мячу. Чуть согнув левый локоть, попробуйте прокатить мяч под тыльной стороной предплечья. Чуть надавливая сверху, добавьте круговые движения. 4, 3, 2. И задержитесь на тыльной стороне ладони также круговыми движениями, но чуть ускоряясь в одну сторону и в противоположную. Вернитесь к центру, поменяем руку, мяч под левую ладонь. Также надавливая по всей поверхности ладошки в одном направлении. И в противоположном. Так вот, все болезни от неправильной работы наших нервных окончаний. По крайней мере, те, что могут быть связаны с нашей биомеханикой, с нашим телом. Поэтому мы стараемся снимать все спазмы, массируя наши нервные окончания. Это также расслабляет работу мозга. Работа головы становится более ясной. Вернитесь к центру, переверните тыльной стороной ладонь к мячу и прокатите мяч под предплечьем. От запястья к локтю, не заходя на локтевой сустав, добавьте круговые движения в одну сторону и в другую. Далее перейдите мячом на тыльную сторону ладони и участите круги в одном направлении и в противоположном.
вернитесь к центру. Будьте внимательны, мы немного поработаем с плечами. Здесь, опустившись на оба локтя, мяч смещаем под правый плечевой сустав. Попробуйте перенести вес тела на левый локоть и вытянуть от себя в сторону правую руку. Выглядит это вот так. На выдохе найдите ямку под плечевым суставом вашим мячиком. Надавите в нее не на сам сустав, не на кость, а в область, где заканчивается суставная часть и находится мягкое пространство мышечных волокон и связок. Здесь попробуйте поработать легкими круговыми движениями в одном направлении. Локоть левой руки, ладонь правой руки, обе голени и обе стопы на полу. Меняем направление круга в обратную сторону. Помимо мышц, которые поддерживают плечевой сустав, вы сейчас ощутите мышцы груди. Они также непосредственно связаны с работой наших рук и с плечевыми суставами в частности. Мячиком пройдитесь от основания плеча к центру грудной клетки. Мы сейчас движемся под линией ключицы в одну сторону и в другую. Сразу вправо-влево, вправо-влево. Попробуйте зигзагообразно пройтись чуть вниз и снова чуть вверх. Сейчас правая рука находится также в опоре. Вам должно быть приятно. Продолжайте работу. Покажу здесь. Мячик смещается то вниз елочкой, то вверх. Мужчины могут пройтись глубже под грудные мышцы. Уйти вглубь под молочные железы женщины не могут уйти глубоко, но они работают в своей амплитуде. Хорошо. Меняем сторону. Мячик также под левый плечевой сустав. Левую руку выпрямляем. Опираемся на правый локоть. И работая вначале, надавливая в ямку под плечом. Далее прокатываем круговые движения в одну сторону. И в другую. Если у вас нет мяча и вы работаете с бодибаром или гантелькой, поработайте вперед-назад, вперед-назад. У вас будет амплитуда движений чуть скованней. У вас не будет круговых движений, но вы сможете также почувствовать свои мышцы. А теперь поработайте зигзагообразно, опираясь на обе ладони. Вправо-влево, спускаясь чуть вниз и поднимаясь чуть вверх по грудным мышцам. Продолжайте работу. Весь вес тела сейчас на мяч мы не подаем. Хорошо, приподнимитесь круглой спиной назад. Присядьте на ягодицы и перекиньте ноги вперед перед собой. Продолжаем работу с ногами. Мяч подкладываем под правую стопу, ладошки позади. Выпрямляем правую ногу в колени, располагаем мяч у выемки под пяткой. Здесь прокатываем мяч вправо-влево, разворачивая стопу также вправо-влево. Вы можете работать также и на цилиндрическом предмете. При этом вы не будете работать, прокатывая его под собой, вы будете разворачивать только стопу на нем. Хорошо. Сейчас сместите мяч в выемку у щиколотки с наружной стороны. Сильно надавите. Вес тела на ладонях и левой стопе. Оторвите таз от пола и прокатите мяч от выемки к середине голени по икроножным мышцам. Разверните носочек вверх и проверните внутрь. Поработайте также по внутренней части. Вернитесь к центру. Мяч располагаем под серединой икроножных мышц. Работаем вправо-влево, также мягко массируя икры. Далее, опираясь на ладони и левую стопу, отрываем таз и прокатываем мяч по всей части икроножных мышц сзади. Далее, носочек наружу с внешней стороны и носочек внутрь с внутренней стороны. Вернулись, таз на пол, поменяли ногу. Аналогично. Сначала мы работаем с задней части голеностопа. Носок наружу внутрь. Далее задержались в внешней части щиколотки, положили мячик в выемку, опираясь на ладони и стопу, оторвали таз и прокатывая мяч вперед-назад. Далее носок вверх.
и внутрь. От внутренней выемки также к середине голени. Опустили таз, мячик под икроножные мышцы. Прокатываем вправо-влево. Теперь, остановившись по центру, отрываем таз от пола и работаем вперед-назад. Разверните носок наружу, здесь будет больше ощущений. Носок вверх и носок внутрь. Отлично, опустите таз. Подсядьте ближе к краю коврика, возьмите мяч в руки и круглой спиной опуститесь к полу. Мяч берем в правую ладонь, две стопы на полу. Подкладываем мяч под правую ягодицу. Будьте внимательны, я покажу вам стоя. Мяч сейчас должен лежать не под центральной частью ягодицы, а под ее верхним основанием. Там, где соединяется поясница и ягодичные мышцы. Причем мячик не нужно сдвигать к крестцу, не нужно укладывать под позвоночный столб. Мяч мы укладываем с правого края, максимально в верхней, крайней, правой точке ягодичной мышцы, там, где она крепится к спине, в верхней части таза. Хорошо. Легли и хорошенько придавили правой частью ваш мяч. Здесь будьте внимательны. Приподнимите правую стопу вверх, направьте носок на себя и поработайте вправо и влево, отводя правую ногу. Если вы ощущаете резкую боль и вы не хотите сейчас таких сильных ощущений, возьмите мяч в руку и поменяйте его положение. Болезненность означает, что вы сделали все правильно, но нужно варьировать ее уровень под себя. Если вы вообще ничего не чувствуете, также возьмите и поменяйте точку мяча. Сейчас вы должны ощущать, как будто мячик выдавливает ваши мышцы. Как будто им там мало места. Легкое сопротивление. Если вам сложно работать с прямой ногой, вы можете всегда сохранить колено согнутым. Будьте внимательны, если вы уже не в первый раз занимаетесь миофасциальным релизом и хотите больше ощущений, опирайтесь на левую стопу и приподнимите таз вверх. Таким образом, вы почувствуете больше нажима и больше массажа. Но, повторюсь, для новичков этот вариант не подойдет. Для начала вам нужно почувствовать более слабый массаж. Теперь попробуйте добавить круговые движения бедром в одном направлении и в противоположном. Если ваш таз на весу, совершайте круговые движения также и тазом. 3, 2. К центру опустите две стопы, выньте мяч и поменяйте сторону. Аналогично предыдущему опыту, положите мяч с левой стороны в самую верхнюю, крайнюю левую точку вашей ягодицы. Это не самая мягкая часть, туда, где обычно ставятся уколы, нет. Это место крепления ягодицы к спине. Расслабляя ягодичные мышцы, по большому счету, мы помогаем своей пояснице. Вы почувствуете большую легкость в спине после этого массажа. Я вам гарантирую, попробуйте вдумчиво и правильно выполнить все условия. Надавили этой точкой на мячик. Приподняли левую стопу, сократили носок на себя, отводим бедро влево и к центру. Если прямая нога создает для вас дискомфорт, оставьте колено левой ноги согнутым. Продолжайте. Если вы не новичок, вы хотите больше ощущений, больше массажа, приподнимите правую половину таза, удерживая себя в опоре на правой стопе, и почувствуйте еще больше нервных окончаний, более глубокий массаж. Далее добавьте круговые движения бедром. Если ваш таз на весу, круговые движения тазом, одно направление. 3, 2, 1. И противоположное.
Молодцы, вернитесь к центру. Здесь будьте внимательными, оставаясь лежать на спине. Подложите мяч с правой стороны шеи. Будьте внимательны, выглядеть это будет следующим образом. Мячик укладывается в сгиб между шеей и плечом. В эту самую точку, в уголочек. Не под позвоночный столб, а справа от него. Мы укладываем мяч с самой крайней точки спины сверху, у основания шеи. Так, чтобы он лежал под трапециевидной мышцей, которая соединяет шею и спину. Расслабьтесь, приподнимите правую руку вверх. Ваш мяч должен выдавливать мышечную массу вверх, надавливать на нее болезненно. Проверните правую руку вверх за голову и положите на пол, коснитесь пола ладошкой. Через потолок опустите ладонь к бедру и попробуйте коснуться пола там. Продолжайте движение назад и вперед. Глаза при этом можно прикрыть. Если болезненность выстреливает через шею в висок, не пугайтесь. Это нормально. Важно сейчас сохранять ровное дыхание и с выдохом стараться отпустить все негативные ощущения. После массажа это ощущение пройдет. Попробуйте поменять плоскость движения. Мы работаем сейчас рукой через пол, через сторону к ягодице. И через сторону, широко к голове, коснувшись внутренней части руки, волосистой части головы. Продолжайте через сторону. Глаза прикрыты. При движении к голове болезненность должна усиливаться. Это нормально. Далее объединяем две плоскости. Работаем через верх и сразу через сторону. Круговые движения в плечевом суставе в одном направлении. Меняем направление круга через сторону и через верх. Помните, чем ближе рука проходит к голове, тем больше эффект от массажа, тем больше ощущений будет в вашем теле, тем больше вы расслабитесь по итогу. Последний раз. Вернитесь к центру. Поменяйте сторону, аналогично подкладывая мяч под левую половину трапециевидной мышцы с самого краешка, там, где соединяется шея и спина. Надавили телом сверху, то есть мяч не лежит в свободном пространстве, он придавлен вашим телом чуть выше плеча и лопатки. Поднимите левую руку вверх и работайте через потолок к голове и к ягодице. Локоть левой руки прямой, рука как рычаг. Мы ее используем для того, чтобы почувствовать нажим на трапециевидную мышцу. Если вы занимаетесь сидячей работой в офисе за компьютером, вы должны понимать, о чем речь. Ваша трапециевидная мышца, скорее всего, часто спазмируется, частенько болит шея. Чтобы этого не было, либо это было максимально ослаблено для вас, вы можете использовать такие техники самомассажа. Попробуйте поработать через сторону от ягодицы к голове, от головы к ягодице. Рука максимально близко к голове. Мы с вами сегодня работали точечно. Проработали грудные мышцы и плечи впереди. Проработали стопы, икры, ягодицы ближе к спине, расслабили ее основание. Сейчас добавьте круговые движения, объединяя две плоскости через верх и через сторону. А сейчас мы прорабатываем плечи сзади и основание шеи. Все эти точки являются сильными, болезненными нервными окончаниями, сильно усложняющими нашу работу нашего организма. Если вы не занимаетесь их массажем и постоянно забиваете эти точки, вы будете ощущать, что ваши конечности все хуже и хуже вас слушаются, координации нет, пропадает чувство гибкости, появляются боли. Дабы минимизировать пагубные последствия нашей жизни, мы стараемся расслаблять эти точки. Конечно, эту технику вы должны повторять около 2 раз в неделю,
для достижения лучшего эффекта. Хорошо, закончили здесь. Взяли мяч в руки. Махом одной ноги, подхватившись под одним из бедер, круглой спиной поднимаемся и садимся наверх. Располагаемся в комфортной для себя позиции. Сейчас мы еще немного поработаем с мячом в положении сидя. Если у вас нет мяча, если у вас есть только цилиндрический предмет, который вы использовали для массажа сейчас, вы можете отложить его в сторонку и работать просто своими руками. Сейчас нам нужен либо мяч, либо свободные руки. Если есть мяч, раскатываем его по ладошкам. Если мяча нет, до тепла разогреваем ваши ладони друг об друга. Расслабляем плечи, шею, руки. Мячик перекатываем на тыльную сторону правой ладони и совершаем круговые движения, надавливая на мяч сверху. Если мяча нет, собираем три точки. Это безымянный, средний, указательный пальцы левой руки. И круговыми движениями также прорабатываем все точки ладони. Продолжаем, поднимаясь выше. Если у вас пальцы, работаем пальцами. Круговые движения сохраняют сильный нажим. Поднимаемся выше к плечу. Работаем внутри плечевого сустава, ближе к груди. По внешней части и сзади. Здесь мы акцентируем работу над шеей. Склоните шею влево и подкатите мяч к краю шеи в нижней точке у правого плеча. Перехватите мячик правой рукой, либо просто надавите правой рукой, а не левой. И продолжайте работать уже по шее. Круговыми движениями мы поднимаемся вдоль шеи вверх. К выступающей косточке на черепе. На нее мы сильно не давим, работаем вокруг нее. И мягко спускаемся вниз к основанию шеи, также круговыми движениями. Еще раз поднимаемся вверх и спускаемся вниз. Здесь позади шеи перехватываем мяч левой рукой, склоняем шею вправо. Работаем у основания шеи и также мягко поднимаясь круговыми движениями вверх. Находим выступающую косточку на черепе, работаем вокруг нее. Мягко круговыми движениями спускаемся вниз. И еще раз поднимаемся вверх и спускаемся вниз. Перехватываем мяч правой рукой. Продолжаем работу у основания шеи с самого края. Спускаемся за левое плечо к внешней части левого плеча и грудным мышцам внутри. Спускаемся по левой руке к локтям, по предплечью и по внешней части левой ладони. Шею возвращаем в вертикаль. Снова разогреваем ладони, раскатывая мяч, либо потирая руки друг от друга. Закрываем глаза, округляем шею, вытягиваем локти, касаясь мячиком, либо ладонями пола, и проталкиваем руки широко от себя, ложимся. Отпускаем мяч, ладонь на ладонь, дышим. Сейчас в голове переберите все свои мысли, проходящие у вас потоком во время этого урока. Заберите отсюда только приятные и полезные мысли и эмоции. Попробуйте выцепить только хорошее, запомнить только полезное для себя. Все негативное мы стараемся отпустить. Расслабляемся. На каждом новом вдохе все больше энергии появляется в нашем теле. С каждым новым выдохом вся боль и напряжение уходят. На следующем вдохе будьте внимательны, мягко круглой спиной приподнявшись вверх. Не выпрямляемся до конца и оставляем глаза закрытыми. Подбородок лежит у грудной клетки. На следующем выдохе, мягко направляя взгляд к полу, приоткрываем глаза. Осознаем себя здесь, сейчас, в этой комнате, в этой одежде.
Со вдохом, с открытыми глазами приподнимаем шею вверх, вытягиваясь макушкой к потолку. Улыбаемся мне и себе. Ладони через стороны вверх. Вся полезная энергия собирается в наши руки. Ладони объединяем в замок и направляем на центр груди к сердцу. Спасибо. Хорошего вам дня.